Значит, да, то, что касается, давайте сразу о нравственности. То есть вы хотите сказать, что сейчас нашим мужчинам, ну, может быть, и женщины ходят такие, я не знаю, женщинам тоже, допустим, людям, можно каким-то чудесным образом поднять нравственность так, чтобы они больше ничего не хотели. Хотели только свою жену, допустим, ну, я сейчас утрирую, говорю грубо, но это правда. И те, кто со мной не согласятся, просто врут самим себе. Значит, мы сейчас каким-то чудесным образом какие-то одуванчики будем показывать, что мы будем делать. Я не понимаю, как можно поднять нравственность, если есть просто желание. Не знаю, мужчины, который прожил в браке 20 лет, допустим. Ну, есть у него такое желание. Но он, конечно, может бегать по каким-то юбкам, но, может быть, действительно лучше прийти в какое-то легальное, в какое-то место красивое, которое не где-то подпольно сделано, а которое действительно создан для того, чтобы вот такие мужчины удовлетворяли свои желания. Послушайте, ребят, мы не можем запретить желанием рождаться, это невозможно. Убрать по телевизору какие-то картинки, ну, поверьте мне, сейчас так, все так развито, уже никто телевизор не смотрит. Убрать из интернета что-то. Ну хорошо, даже если мы представим на секунду, что мы все убрали, все вот голых женщин, там, мужчин, я не знаю, весь разврат мы убрали. Ну что, вы думаете, желания, что ли, не будут появляться? Ну какая глупость, конечно, они будут появляться. Конечно, мы созданы для того, чтобы эти желания появлялись. Мы созданы для того, чтобы рождались дети. Поэтому мужчина хочет женщину, и наоборот, это нормальные желания. Поэтому если эти желания будут удовлетворяться все-таки в нужных местах, в правильных, не будут преследоваться по закону, и все это будет легально, мне кажется, по моему мнению, хотя учтите, что я сама жена и мама, и у меня сын растет, и при всем этом я скажу «да, я за легализацию, потому что это будет правильнее». Мы не сможем искоренить это никогда, это смешно. Как мы с вами знаем, что это самая древняя профессия, поэтому смешно сейчас думать, что мы это искореним, и все об этом забудут. Поэтому я считаю, что я за легализацию. Нравственность мы не повысим. Ее надо повышать в любом случае, но вот этим мы ее и повысим. Это будет более нравственно, чем заниматься этим как-то непонятно, грязно и вообще ужасно. Так что я за легализацию. Да простят меня те, кто так не думает.